Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем делать зефир. Зефир у нас обычный, яблочный, но вот инструмент, с которым мы сегодня будем работать, для нас в новинку. Мы сегодня испытываем планетарный миксер Gemlux, и именно в нем будем взбивать свой зефир. У нас есть следующие ингредиенты. В сотейнике вода, сахар, лимонная кислота, белок, яблочное пюре. Я его достала с холодильника, и оно уже у меня разморозилось, оно у меня было в морозилке. Агар и немножко тремолина. Нам нужно некоторые ингредиенты взвесить, другие я уже отмерила. Естественно, рецепт будет в описании под этим видео. Ставим сотейник на весы. У нас он обнуляется. И в сотейник мы добавляем агар. Нам нужно добавить 7 грамм. Даем возможность буквально минутку агару разойтись. У вас становится вода такого серо-бежевого цвета, мутная, это нормально, агар расходится. Туда же я засыпаю весь сахар. Обнуляю весы и добавляю немного тремолина. Нам нужно 30 грамм. Всю эту массу помещаю на плиту и сейчас нужно ее довести до кипения. Я вас научу, как проверять сироп на готовность. Мы не будем использовать термометры. Вы увидите по консистенции, готов сироп или нет. Лишние ингредиенты убираю в сторону, они нам сейчас не нужны. Пока у нас будет нагреваться наш сироп, я вдержу миксера, сложу яблочное пюре и уже подготовленный белок. И нам нужно будет добавить буквально маленькую щепотку лимонной кислоты. Помещаем дежу в гнездо и начинаем взбивать. Взбиваем сначала на низких оборотах. Потом постепенно увеличиваем скорость.
забывайте, сироп с агаром мы постоянно помешиваем, но варим на маленьком огне. Яблочное пюре с белком у нас начинает белеть и увеличиваться в размерах. Здесь мы можем увеличить скорость на чуть-чуть больше.
Если вы видите, что ваше пюре уже побелело, увеличилось в размере, а сироп не готов, вы можете его выключить, либо оставить взбиваться на очень невысокой скорости. В любом случае, вам обязательно нужно довести сироп до нужной консистенции, прежде чем вводить его в пюре. Мы не форсируем события, мы не увеличиваем скорость. Я работаю на приблизительной температуре 120 градусов и медленно довожу сироп до нужной нам консистенции. Когда вы видите, что сироп спокойно стекает с ложки, значит, он еще не доведен до нужной консистенции. Нужно, чтобы сироп по ощущениям тянулся нитью и зависал вот этой капелькой с ложки. Тогда ваша консистенция вашего сиропа будет нужной для того, чтобы вводить ее в пюре. Чтобы агар не прилипал к дну сотейника, обязательно постоянно помешивайте ваш сироп во время приготовления.
увидите, что ваш сироп тянется такой, как будто липкой лентой, липкой струей, как тонкая липкая ниточка, вы будете уже понимать, что вот-вот он уже дошел до нужной нам консистенции. Он может чуть-чуть потемнеть. В это время, если вы прекратили взбивать, опять можете включить дежу миксера и взбивать пюре, чтобы оно было пышное. Взбивайте на средней скорости. И буквально через минуту мы начнем вливать сироп в наше пюре. Вливать пюре, когда оно еще вот так пенится. Нужно дать возможность ему немножко остыть, чтобы пропало вот это большое количество пузырьков и сироп стал однородным. Я его поставила на холодный стол, здесь процесс остывания будет быстрее значительно идти. И мы начнем вливать сироп в наше пюре.
У нас получается вот такая зефирная масса, которую мы сейчас переложим в мешок и будем отсаживать. В мешке у нас стоит насадка, закрытая роза. Распределяем всю массу по мешку и продвигаем ее к носику. Зефирной массы получилось много. Покрываем противень пергаментом и отсаживаем на пергамент. Пергамент дает возможность зефиру дышать, и снизу он тоже будет просыхать, в отличие, если вы будете, допустим, отсаживать на силиконовый коврик. Я сделала такие большие зефирины, вверх поднятые. Еще у меня осталась масса, я еще тут по маленькой зефирке отсажу. В отличие от безе или каких-то других десертов, зефир, естественно, не расширяется при просушки, поэтому можно отсаживать их чуть-чуть ближе друг к другу. Вот так. Ну вот такой пышный зефир у нас получился с помощью миксера Gemblux. И мы ждем, когда у нас зефир полностью стабилизируется, чтобы его обвалять в сахарной пудре, и сделаем красивый разрез.